Тем временем в Ненецком округе завершается подготовка к предстоящей зиме. Об этом доложили главы муниципалитетов на планерке главы региона. Так, в Нарьян-Маре к новому отопительному сезону готовы 24 котельные из 26. Тепло уже подключили в детские сады и школы. Большинство муниципалитетов округа получили все необходимые энергоресурсы. В Усть-Каре северный завоз продолжается. В полном объеме поступило лишь дизельное топливо – 361 тонна. Теперь в поселке ждут масло, бензин и уголь. В Бугрино в ближайшее время баржи доставят уголь и дрова. В Малоземельский сельсовет завезли половину от плановой поставки дров – всего 1000 кубометров. Остальную часть ждут в первой половине сентября. В некоторых населенных пунктах уже начался отопительный сезон. Вчера прошла тестовая проверка всей центральной системы отопления. До 5 часов вечера проверили. Все здания обогрели сегодняшнего. С 8 часов утра сегодня начался отопительный сезон. А вот в поселке Харивер отопительный сезон начался накануне с чрезвычайного происшествия. В школе сад прорвало систему отопления. Полностью затопило первый этаж учреждения. Сейчас по данному делу будет организовано служебное расследование.